Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Алкиона – зимородок. В латинской транслитерации – Альциона. В древнегреческой мифологии – дочь Иола и Энаретты, или Иола и Игиалы. Жена царя Трахины Кейка, сына Иосфора. После смерти мужа, следуя его участи, бросилась в море и была превращена богами в зимородка, либо бросилась в море от любви к мужу. Алкионовыми днями называли две недели тихой погоды около дня зимнего солнцестояния. В эти дни Иол смирял ветры, чтобы Алкиона могла высидеть птенцов в своем гнезде, плавающем по волнам. Миф об Алкионе изложен в метаморфозах у Овидия. У Овидия она отождествляется с женой Кейка из Трахина, а ее отец с Иолом, сыном Гиппота. Муж погиб при кораблекрушении и явился к ней во сне. Она нашла тело мужа у берега. Боги превратили их в птиц. Она плачет о муже. Вот так вкратце о персонаже мифологии, древнегреческой мифологии Алкионе. Пока-пока, до свидания.